ярче, чем крем с жемчужным эффектом вот этот. Вот такой крем-гель. Я буду пробовать, девчонки, тоже буду выкладывать отзывы в Инстаграм. Пока не могу ничего сказать. Я очень ждала эту серию. Мне очень жаль, что нет патчи. Прям, ну, очень жаль. Это клиентский заказ. Масочка такая 60+. Они по 20 рублей всего лишь. Одноразовые масочки. Почему нет, да? Шиповник и женьшень. Вот такие берут часто у меня тоже вещи. Также тоже взяла по купону. Но, девчонки, к сожалению, открывать не буду, так как я сейчас тем буду пользоваться. Крем для кожи вокруг глаз. Кислородное питание для сухой кожи. Я сейчас вам приближу и попробую поймать фокус. Вот так. Угу, вот что здесь у нас пишут, да? Не знаю, видно вам? Надеюсь, видно. Питание клеток, улучшение кровообращения, да, усиление действия всех активных добавок, восстанавливает барьерную функцию. Кремик такой, хорошие отзывы. И у меня кожа век сейчас стала сохнуть. Хочу вот ее подпитать вот таким кремушком. Дальше у меня заказ крем. То у меня, кстати, клиентка получила от меня купончик, и она им решила воспользоваться. Заказали мы с ней Miss Curl тушь. Надеюсь, она ей очень понравится, потому что я ей посоветовала взять ее. Она и вышла в 225 рублей против 300 в каталоге, что тоже очень-очень выгодно. Дальше у меня два бальзамчика для губ в заказе лежали. Вот такие. Не буду останавливаться, бальзамы хорошие. Обычные хорошие бальзамы. Вот этот с SPF 30 от солнышка. Хорошие, качественные. Также у меня в заказе вот такой карандаш пятновыводитель универсальный. Заказала у меня постоянная клиентка. Я такими вещами не пользуюсь, но у меня их очень многие берут. Их наносят на пятнышко. Он, кстати, тоже идет биоразлагаемый. Удаляет любые пятна от кетчупа, вина, чая, йода, зеленки, губной помады. Видите, сажа, ржавчина, нефтепродукта. То есть от ручки и фломастеров вот такой классный карандашик. Они обычно тоже бывают абсолютно недорого. Там 150 рублей, 130, смотря какая акция. Его надолго хватает. Вот такой карандаш пятновыводитель в стике. Вот классненькая такая вещь. Разберу, значит, людям нравится, да? И я себе также взяла по купончикам, дополняю свою серию Вариум. Такая у меня была. Эликсир очень хороший. Вот этот у меня не был. И также у меня лежит, ждет мой крем Вариум, который я буду добавлять эти эликсирчики. Они капаются из пипеточки. Это для ровного цвета лица. Это аквалифтинг. Он классно делает лифтинг кожи, увлажняет ее. Эта серия Вариум моя одна из любимых. Викенд, Варио и Океанум. Это самые классные серии вообще Фаберлик. Я очень многим чем пользовалась. Вот еще есть Гардерика, но она идет тут 40 лет. И поэтому я еще и не пользовалась этой серией. Именно полностью, не могу сказать. Но ее тоже очень хвалят. Уходовая косметика. И вот сейчас на подходе у меня Биоглоу. И, девчоночки, я оставила самую вкусняшку. Я себе все-таки заказала водичку Пур-Тужур. Я так давно ее хотела. Она идет как аромат для невесты. Я сейчас ее при вас открою. Но, к сожалению, мне нечем ее сейчас открыть. Но я ее сейчас все равно расковыряю. Да? Это идет премиальный аромат Фаберлик. Он давно у них в каталоге. Ее создавал известный парфюмер. Я сейчас не могу вам сказать, какой, я не помню. Коробочка идет вот такая. Девочки, очень приятная коробочка. Просто вообще очень приятная. Как же давно я хотела себе этот парфюм. Так это выглядит. Вот так выглядит у нас флакончик. Там у нас есть вот такая книжечка. Ай, как приятно. Дорогие друзья, у вас в руках особенный аромат. Девочки, ну это просто бомба. Какой действительно классный флакончик. Вот я сейчас говорю сама, и сама тащусь от всего, что вот я делаю. Еще бы не кот под ногами, вообще было бы идеально. Так, пошукайте. Он у меня, конечно же, в коробке моей залез. Ага, вот французский парфюмер Нейла Барбер. Я надеюсь, я не изуродовала имя, потому что написано не по-русски, да, и мой английский, увы, простите, страдает немножечко. Вот, посмотрите.
Тут написано, кто парфюмер. Надеюсь, вам поймаю фокус. В общем, вот такой аромат. Пуртужур. Атмосфера праздника. Аромат невесты. Вот такая баночка у нее. Конечно, это вообще давным-давно я на него смотрела. Да, этот аромат такой, знаете, офисный. Он аромат без аромата, как я называю. Он приятный, легкий, зеленый. Аромат свежести, чистоты. Когда ничего не хочется лишнего. Такая зелень, знаете. Там есть бергамот, но такой ненавязчивый. Что-то с цитрусом, с кислинкой. Аромат леса, луга. Что-то такое очень-очень нежное. Я прям в восторге. В восторге. Ой, все. Я просто счастлива сегодня. Девчонки. Вот так. И, кстати, я выбрала не по купонам, потому что на него была 50% скидка в каталоге, и он был 1000 рублей. Обычно они по 1500, эти ароматики. Вот такая теперь у меня драгоценность есть. И будет на моем туалетном столике. Также у меня по купончику я взяла наши тени премиальные. Тоже хочу открыть, потому что в этом каталоге я себе решила ни в чем не отказывать. И купить все, что я обычно себя где-то ужимляю, зажимаю. Надо себя делать, любить, надо себе делать подарки и ценить. Итак, у меня, значит, 56-21. Вот такие тенюшки. Вот так это выглядит, девчонки. Так и посмотрите. Ой, вообще, да? Обалдеть. У меня есть такие тени другого артикула. И вот я захотела зелененькие. Вот такой, значит. Ой, какие цвета. Вот так это выглядит. И, девчонки, как это у нас будет выглядеть? Хорошая пигментация у них. Очень хорошая, я бы сказала. Вот этот жемчужный вообще классный. Его даже, наверное, как хайлайтер можно использовать. Вот, я давно смотрела, и вот как раз дождалась скидочку. Ой, вообще, вы только гляньте, какой цвет. Ну, это вообще просто чудо. Как цвет шампанское такой, знаете. Я такие люблю. Под складочку века можно, да? Под века или в уголочек глаза. А этот цвет какой-то прям, даже не знаю, морской такой. Ой, вообще, я сегодня настолько довольна заказом, что у меня сегодня видео вообще не короткое ни разу. А очень-очень длинная. Ну, его можно перематывать и смотреть очень быстро. Так, и еще один заказик. Вот такой аромат личи. Я его открывать не буду, оставлю на подарочек. Это мой заказ. Водичка вышла 179 рублей всего лишь. Вот, тоже она идет в слюде. Распаковывать не буду, потому что я пока не буду им пользоваться. Оставлю на подарок. Итак, девчонки, закругляюсь, да? Вот такой у меня был большой заказик. Я осталась очень им довольна. А листалочку каталога буду выкладывать, наверное, самые интересные средства и новинки, и скидки. Всего хорошего вам. Наслаждайтесь теплыми летними днями. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. И кто хочет скидку 20-26%, проходим по ссылочке вниз. А всем пока-пока!